Напряженная игра первый тайм знатно пощекотал нервы болельщикам. На поле команды «Икар» 2004-2006 принимает гостей команду «Вымпел» Семеновской спортивной школы «Олимп». Отдавать друг другу преимущество футболисты не спешили, открыл счет «Икар». Но «Вымпел» тут же забил ответный гол в ворота противника. До конца тайма нашим ребятам удалось отыграться и уйти на перерыв с лидирующим счетом 2-1. Возможно, сказалась поддержка трибун, кричалки, звонкие аплодисменты и даже советы. Болельщики всеми силами старались подбодрить футболистов. Болеют все активно, все поддерживают, все переживают, особенно когда мяч находится у ворот. И что пожелаете нашим футболистам? Как всегда, спортсменам победы. Хорошо, лучше всех, самое лучшее. Все наши, весь Икар Саров и болельщики молодцы. Победы им желаем. Как тут поддерживаете, как на трибунах вообще настроение? Настроение хорошее, все поддерживают, молодцы. Кричат там, вон мальчишки вообще супер. Чего пожелать? Силы, выносливости, мужества, не сдаваться, идти до конца. Вон мы пока берем. Сдаваться наши футболисты были не намерены. На протяжении всего второго тайма к своим воротам соперника они не подпускали. А вот голы в ворота «Вымпела» летали периодически. К концу основного времени счет на табло был 6-1. Игра прошла в рамках первенства Нижегородской области по футболу «Молодежная лига». За победу борется 12 команд. «Молодежная лига» проходит впервые. Очень нужное и полезное нововведение. Своеобразный мост из юношеского футбола во взрослый, считает тренер Алексей Серебров. Переход от детско-юношеского футбола во взрослый спорт, он должен быть плавным и иметь через игровую практику, через соревновательную. Поэтому это дебютная лига Нижегородской области. Все команды интересны, потому что это в каждой команде в своей остались люди, действительно фанаты и уровня, мастерства проходных команд. Точно здесь нету, каждая игра на зубах. Причем уже достаточно все команды показывают такой интересный, насыщенный взрослый футбол. В завершении игры обязательный ритуал – поддержка тех ребят, которые из-за травмы не могут играть. Эту победу команда «Икара» посвятила Льву Шибалину и Егору Кудашову. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура!